Зинчалова Малика, 6 лет, город Москва. Ну, Малика, ты просто огонь. Очень музыкально спела, артистично. Костюм потрясающий. Правда, мне не хватило мимики. Глазки очень серьезные. Видно, что ты продумываешь свое выступление. Но зритель не должен об этом догадываться. Вообще смотрится твой номер очень цельно и эстетично. Интонационно спела очень чистенько, очень точно. Грамотно распределено дыхание. Но низкие звуки пока звучат глухо, тембрально не окрашены. Вообще диапазон голоса небольшой, но для 6 лет я считаю, что очень даже прилично. Посыл звука очень точный. Конечно, еще нужно работать над широтой дыхания. Не хватает пока динамической контрастности. Вообще трактовка произведения замечательная. Очень хорошо обыграны слова. Правда, Малика не везде одинаково хорошо справилась с этой задачей. В последней фразе мне не хватило мощности голоса, не хватило дыхания Малики. Ну, Маликочка, ты еще находишься в начале своего творческого пути. И с таким великолепным наставником я считаю, что ты добьешься больших успехов. Удачи тебе, ждем новых песен в твоем исполнении.